38-летняя герцогиня и 35-летний герцог Сассекский наслаждаются новой жизнью после отказа от королевских полномочий. Меган Маркл, Меган Моркл и принц Гарри, принц Хэри, довольны развитием событий. Бывшая американская актриса снова чувствует себя в своей тарелке. Меган заверила друзей, что они с мужем счастливы. Нет никаких сожалений. Меган ни о чем не жалеет. Она чувствует, что теперь для нее предел – это только небо. Она сказала, что они с Гарри ощущают, что избавились от огромного груза, поделился близкий друг герцогини. Супруги вместе с сыном живут в уединенном поместье на острове Ванкувер. Они делают то, что делают обычные люди. Они прекрасно проводят время вместе, как одна семья. Меган готовит любимые блюда мужа и домашнее детское питание для Арчи. Сейчас все в основном крутится вокруг Арчи. Меган снова приходит в форму. Она ежедневно занимается йогой и совершает долгие пешие прогулки, рассказала подруга Маркл. Герцогиня Сассекская предпринимает шаги, чтобы возобновить свою карьеру. По требованию королевского протокола она отказалась от актерской деятельности перед свадьбой с принцем Гарри 2 года назад. Маркл заключила контракт на озвучивание одного из персонажей нового фильма Disney. В обмен компания сделала пожертвование в фонд защиты слонов в Африке. Меган сказал, что ее работа с Disney далека от завершения. «Голос за кадром – это только начало, и им предстоит еще больше сотрудничать», цитирует Daily Mail свой источник. Сделка была заключена после того, как Меган Маркл и принц Гарри побывали на премьере картины «Король Лев» «The Lion King» в Лондоне в июле 2019 года. Тогда герцог Сассекский заявил о таланте своей жены в присутствии босса Disney Роберта Айгера, Роберт Боб Айга. Супруги недавно совершили поездку в Майами. Внук британской королевы выступил на JP Morgan Billionaire Summit, где рассказал о своем психическом здоровье и терапии. По мнению экспертов, они получили около 1 миллион долларов за свое появление на мероприятии. В окружении пары заявили, что это было очень дальновидным поступком. Они вошли в общество самых богатых людей планеты. Это был умный шаг. Вся конференция посвящена созданию богатства для будущих поколений и улучшению мира для предстоящих поколений. «Эта тема близка сердцу Гарри», — пояснил участник саммита. Старший внук британской королевы Питер Филлипс разводится с женой. А Тэм Келли решила последовать примеру Меган и Гарри и перебраться вместе с дочерьми в Канаду.